На улице Университетской в день города, ой, господи, в день города, в день одной улицы. Меня интересует, каким образом погиб этот гражданин. Не добежал до удобств. Так, возвращаясь к улице Университетской. Прекрасная погода, если бы еще, конечно, не ветер такой дичайший. Подпишись за пешеходную зону. В центральной части города Харьков. Свобода, как вот статуя. Такое, идущее с флагом, да, это как... Так, а как же будут, да, похоже, как же транспорт будет? Нет, знаете, вот, это можно, конечно. Когда война была, чужие тут не ходят. Такой позик фотографировались в поддержку военных. Вот. И это, ну, потом стало символом борьбы за права, там, мы собираем. И это, как, знаете, некое подражание. Это, знаешь, подходит девушке, попробуй. Нори, есть такие. Так. Все, удачи. Так. Так, сюда, это все. Да, я тебе. Свободу пешехода. Это все можно брать, да? Да, да, да. Спасибо большое. Ребенок. Жорка. Спасибо. Я. Флаг Украины золотой, но. Ну да, хороший. Я. Да сфотографируй ты, я ж запись веду постоянно. Так. Ух ты! Тут у нас намечается аресталище какое-то. Не знаю, зайка. А еще хватит тебя шоколада. Ну, а сабля вполне себе. Чистая. Настоящая. По голове такой получить не хотелось бы. Мама родная. Смотри, какие доспехи. Мечи, ты видишь. Представляешь, такой штукенцей по голове получил? Да хоть даже не по голове, хоть куда-нибудь, да, снимал. Возьми эти самые. Сумку себе куда-нибудь брось. Слава! Слава Украине! Героям слава! Ну классно, сыночек, я рад. О, а вот этого не было. Вот здесь, кстати, сынок, вот здесь я учился. Я. Да, это
И раньше здесь этого не было. Генрих Ипполитович Семирадский. Новый Белгород, Харьковская губерния. Кандидат Харьковского императорского университета, академик и профессор Императорской академии художества, академии живописи Берлина, Рима, Стокгольма, Турина, член-корреспондент Французской академии изящных искусств. Мама дорогая. Памятка архитектуры та містобудування. В цьому будинку в 906 году присвоена степень доктора российской словесности выдающемуся украинскому писателю, ученому, критику, общественному деятелю Івану Франку. От те раз. А я и не знал. Франку здесь. Этничные немцы в Украине. А, ну я же говорил, сегодня еще сейчас проходит неделя. Неделя немцы Германии в Украине. Вот это тандемчик. Последний. Немцы при Черном. Что? Объекты. А я на видео записываю. О, боже, запиши. Да, я записываю. Вот. Говорите, что вы хотели? Это Харьковское областное общество немцев Витеребург. Это книга этнической немки Одессы, которая прославила, описала жизнь немцев Одессы. Мы Харьков, к сожалению. А что ж, к сожалению. Но мы очень жизнь... даже неплохо и в Харькове. Да. Даже по сравнению с Одессой. Так, это благотворительность, я так понял, кормят. Они есть? Мы пойдем, они там. О, слушай, ну лесопеды здесь просто класс. Есть не хочу, пить тоже. Нет. Фотографии. Украинский клубы. Мы можно подойти там. Так, своих я где-то потерял, ну что робить. Так, улица Университетская, она, в общем-то, одна из старейших. И посему не такая уж и длинная. Всего километр я там посмотрел. Первому попечителю Харьковского учебного округа, выдающемуся государственному и общественному деятелю, сына польского народа. Вот тебе и немцы, и поляки, и Иван Франко, почестному члену Харьковского императорского университета Северину Потоцкому. Та-да-да-да. Выдающемуся ученому славянисту, этнографу, писателю, профессору Харьковского университета Измаилу Срезневскому. Да. Без понятия. Уйти в этом здании с 909 по 920 год работал выдающийся латышский языкознавец Янис
Энзелин. Ну да, с такой фамилией вынужденно, думаю, пришлось ему. Да, когда я тут учился, ничего этого не было. Это и было лет, наверное, 20-30 назад. В Харьковском университете исторических наук Дмитро Иванович Яворницкий. Ждет тут 40-й. Тут работал 873-906 год профессор Харьковский.